После вечера бокса в Мюнхене я разговариваю с Артуром Абрахамом, бывшим чемпионом мира. Перед сегодняшним боем Ули Вегнер, ваш тренер, сказал, что он предпочитает, чтобы вы не нокаутировали своего соперника, что вам нужна практика. Нет, жалишь, что этот поединок не был дольше? Ну, если тренер так видит, так и надо. Что тренер говорит, это как называется для нас закон. Но я был лучше было для меня, что я еще чуть-чуть много боксировал, что для меня было бы хорошо и для нашей публики тоже. Но если соперник не хотел, тогда и все. Как сейчас ваши отношения с тренером Ули Вегнером? Потому что после боя с Фрочем он говорил, что он очень злой на вас. Но сейчас вы выяснили друг другу все? Да, у нас все нормально. Это как папа и сын. Один раз там папа сердится, потом любит. У нас тоже бокс. Он же тоже хочет, чтобы мы только выиграли. Больше ничего не хочет. После этого поединка с Фрочем в Гельсинках вы сказали, что, не знаю, может это были эмоции, что думаете, чтобы вернуться в средний вес? Вы серьезно думали об этом? Ну, я думаю, не буду средний вес, я буду в этом весе боксировать. Уже что-то известно, когда состоится поединок с Андервордом? Да, будет в конце мая в Америке. Но поединок за границей еще раз. Два единственные поражения ваши, это было в Америке и в Финляндии. Вы предпочитаете боксировать в Германии? Есть какое-то значение? Да, конечно, германская публика для меня очень хорошо и хорошая публика. Но если человек выиграет, выиграет везде. Что вы планируете измениться, если бы мы это сравнили с поединком с Дивелем, с Фрочем, в своей подготовке перед боем с Уордом? Я это буду вам показать, да? Я буду лучше показать, чем я говорю так.